Десятки спасателей задействованы в масштабной операции, которая в эти минуты идет в Ярославле. После взрыва бытового газа, который прогремел в жилой пятиэтажке, рано утром обрушилась секция подъезда. 5 квартир превратились в груду камней. Еще 20 повреждены частично. По последним данным, 4 человека погибли, еще столько же госпитализированы. Сколько людей могут находиться под обломками, точно неизвестно. С места событий Андрей Кузнецов. Вот так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв. Территория вокруг оцеплена. По словам сотрудников МЧС, существует вероятность дальнейшего обрушения здания. Часть подъезда на улице Судостроительной обрушилась в 5:00 утра, когда люди спали. Жильцы соседних домов услышали сильный взрыв. Многие тут же выбежали на улицу. У нас задрожали окна очень сильно. Сработали сигнализации, все машины сработали. И больше ничего не было слышно. Но было страшно, на самом деле, очень страшно. У Татьяны Кукановой в этом подъезде знакомые. Женщина уже несколько часов не может до них дозвониться. Ой, даже не знаю, что с ней сейчас. Набираю телефон, но, естественно, недоступен. В результате обрушения 4 человека погибли, еще 9 человек доставили в больницы города. Из остальных подъездов эвакуировали жильцов, пока людей разместили в местном доме культуры. По словам спасателей, предположительной причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир. Предварительные данные – это взрыв бытового газа, один стояк обрушения. 5 квартир. Вход населения было 131 человек эвакуирован. Сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайной ситуации под руководством губернатора. Принимается решение по обеспечению тех, кто по размещению и в дальнейшем расселению людей. Пока спасатели вручную разбирают завалы. Технику не используют. Под обломками могут еще оставаться живые люди. На помощь ярославским коллегам из Москвы готовы отправиться дополнительные силы МЧС. В частности, к вылету готовятся вертолеты со специальными медицинскими модулями. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Первый канал, Ярославль.